Ну, пока идет такая позиционная игра. Я расставляю игроков. И все-таки мы наблюдаем сейчас за борьбой Креспо против двоих. Зидан отошел на помощь. Отобрали совместно мяч. И тут же посылает вперед. Пьер отдал назад. Нест остановил. И удар по воротам. Опасный удар, надо сказать. Бил Зидан. Мяч ушел за пределы поля. И Конте оставил мяч Зидану, причем выступал в матче практически, я говорю, против последний матч группового турнира. Он состав резко изменил, и люди запасные себя сыграл. Их визави из Ювентуса. Ну, естественно, своей активностью подавить активность того же Зидана. Торопливые, неподготовленные, ни игры нет. Зидан против него Михайлович неудачно обрал. Еще пас ему же, и теперь навес. Вот это уже лучше и хорошо. Зидан вынужден был далеко отойти назад. Дель Пьеро слева. Отлично. Вне игры нет пока. Михайлович ошибается. Вот тут надо рассыпаться, растянуть эту четверку игроков, которые... И Давец подключается. Смотри, где Давец. Нет, нет. Это уже невозможно просто. Но тот и другой ведут исключительно оборонительную работу. Да там пара каких-то обороняется. Трезеге сбрасывает мяч Зидану. Тот посмотрел налево некому. И Косу 1-3. И Вандерс 1-3. И Ван дер Сар на 5. В матчах такого уровня, таких великих команд, знает, о чем я говорю и что я имею в виду, когда я говорю о Перуце. Ну, а сейчас Зидан с мячом. Это как в фигу перешедший мадридский Реал. Хорошо дают тут понять сразу. Коллеги линии вот специальным спецэффектом, где мяч, кто вне игры. И навес, опасный момент. Жаждет реабилитировать себя, выиграв у Лацио. Но этот нелепый гол, конечно же, испортил настроение футболиста Ювентуса. Ну вот, может быть, Конте бьет. Давится. Ну-ка, еще. И на правый фланг. Конте получает мяч. Играет с Зиданом. Анчелотти. Анчелотти доверяет. Ювентус. Ван дер Сар, голкипер. Второй Феррара, пятый Тудо. 20-й Токинарди, 26-й Давец, 7-й Песотто, 21-й Зидан, 17-й Трезеге, Дель Пьеро, 10-й и Карло Анчелотти, главный тренер. И ну, там строго против него уже непосредственно в штрафной площади работает. Зидан, слева Дель Пьеро. Штрафной удар был на стадионе, я бы это дело определил бы более четко. Чувствуется разработка сеньора Эриксона. Ну, чувствуется, что Ювентус жаждет поддерживать достаточно высокий темп. Или, если вы говорите иным языком, выражать вот так и разбирать эту тему, старается играть побыстрее. Нетвуд, то если бы даже голкипер Ювентуса, простите, стоял в ворота, то он бы отбил мяч, потому что не в манере работы с мячом сразу узнается Филиппо Инзаги. Этот раз. Зидан. Зидан. Штрафной. Это Дино Баджо. Толкал, толкал, толкал Зидана и в конце концов свалил его с ног. Просто руководит обороной пока и все. Песотто. Зидан.
жестковато принял на грудь Минарди, Зидан, Писотто, Дель Пьеро, Зидан. И подача туда, на правый фланг Феррара. Здорово, как получилось, а? Зидан. Куда? Прыти зону левого крайнего тоже. Зидан, навес. Ворот. Право быстро. Киперов он не случайно показывает как раз Ван дер Сар.